А теперь к подаркам. Мы вновь разыгрываем ящик мороженого. Среди вас, наши дорогие зрители, в этот раз на кону клубничное биомороженое, в состав которого входят пробиотики. В десерте высокое содержание полезных микроорганизмов, которые помогают усваиваться кальцию и витаминам. Это не маркетинговый ход, а реальная разработка. Она проверена в лаборатории на содержание микроэлементов в каждом стаканчике и польза подтверждена. Чтобы получить эту коробку, вам необходимо было ответить на вопрос, который вчера прозвучал в нашем эфире. Какой музей тюменские кошки спасли от нашествия крыс? Правильный ответ – Эрмитаж. В феврале 44 года тюменская милиция собирала по городу котов и кошек для отправки в ленинградский Эрмитаж. Все правильно ответившие у нас вот в этом списке. Внимание на экран. И победителей очень, правильно ответивших очень много, поэтому совсем скоро мы узнаем победителя. Пока пусть немножко побегут фамилии на экране. И стоп! Победителем становится Лена Павленко. Поздравляем! Наши продюсеры свяжутся с вами и расскажут, как вы можете забрать свой сладкий подарок. Вы тоже хотите выиграть? Смотрите «Сидим дома» в 16:20. Там прозвучит новый вопрос. Партнер игры – фабрика натурального мороженого «Купинское мороженое». Этим летом фабрика мороженого приготовила для своих покупателей невероятно вкусные и необычные новинки. Спрашивайте в сети фирменных киосков «Саяны» и магазинах города.